Всем привет, друзья, с вами Коржик Скучный, это Русская Рыбалка 4, и это продолжение моего прошлого видео, где я на остроге смог нафармить за 1 час 450 монет. Значит, сегодня мы попробуем полностью с вами отловиться. Ну, я буду, конечно же, сокращать, пустые моменты вырезать, и посмотрим, получится ли у меня повторить, или может даже сделать больше. Значит, кто не понимает, в прошлом видео я показал, что на остроге можно хорошо поднимать деньги. Вот. И сказал, что если наберут 50 лайков видео, то я сниму полностью. Где я буду, что я буду, как я буду ловить. Это спасибо вам большое, буквально за полдня вы накидали 60 лайков. Спасибо большое, что подписываетесь. Итак, друзья, начинаем. Значит, садок пустой у нас. Начну я ловить. Значит, я придумал, чтобы доловить ее с 7 часов утра. Именно карпа и амура. Значит, будем ловить на цитрусы, цитрусовая кислота, это кукуруза, дип. Понятно, что новичкам, возможно, это еще закрыто будет. И ПВА цитрус. Можно закидывать или с подом, или самому сделать. Кружочки можно закидывать, или на ПВА, или на метод. Короче, вы понимаете. Самым новичкам не получится, конечно. Значит, буду я закидывать где-то в 6:30. И будем делать отсчет от первой рыбы, которая у меня будет. Потому что, я думаю, так будет правильно. И тогда нам будет считать легче. Значит, закину я бланки, до 9 часов вечера посижу здесь, в 9 часов вечера я пойду на 42-32 ловить леща. И мы посмотрим, сколько у нас получится. Так, я думаю, можно уже начинать закидывать. Значит, клипса у меня 17 метров, заброс на вот это вот бревно. Так, честно, не знаю, как оно сейчас будет отскакивать. Да, будет отскакивать, нужно меньше кидать. Так вот где-то. Нет, еще меньше. Где-то, наверное, вот так вот. Идеально. Все, друзья. Первая рыба. Включаюсь. Не прошло и 2 секунд, и у нас есть первая поклевка. Давайте же достанем ее. Значит, кто-то не знает, здесь клюет карп, амур и караси. Конечно же, самый большой заработок идет от амура и карпа. Карась здесь приловом идет. Но карп с амуром довольно-таки дорогая рыба. И на остроге ее сейчас можно ловить. Есть. Даже крупненькая. Сразу запиваем кофейком. Выжимаем фрикцион на полную. Я знаю, что его не оборвет. Итак, первая рыба у нас амур. 6,6 килограмм. Запоминаем. Блин, к сожалению, начал я рановато. Ну, может быть, даже это к лучшему. Вот что я говорил, и караси здесь есть. Кидаем обратно. И ловим дальше. Поклевки не заставляют себя долго ждать. Сразу 3 бланка клюет. Значит, у нас есть шансы на хороший улов. Как минимум, эта точка должна нормально дать нам баблишко. Что будет по лещам, честно, не знаю. Надеюсь, на точка лещевая нас тоже не подосрет. Так, это что такое? Ладно, пусть будет. Выкидывать ничего не будет. Блин, недалеко кинул. Ну ладно. Тут особо сильно не решает дальность заброса. Можно даже 8 метров, 10, 15, 17, без разницы. Клюет полностью. О, меня уже в чате узнали. Привет передавай. Так, тем временем у нас уже... Кто-то клюнул там, по-моему. Че, нет еще? Еще нет. Так, ну что там? Угу. Ара, опять карась. Может и нет.
Так, Амурчик. Хорош. Клев идет хороший. Угу. И такое бывает. Так. Есть. Блин, ну хорошо, прям хорошо идет. Ну, конечно, утром всегда все хорошо идет. Что будет в обед, неизвестно еще. Так. Подсек, подсек. Достаем. О, что-то хорошее, крупненькое. Да, точка не дает заскучать, если честно. Мне нравится. Начало мне нравится. Мне кажется, на втором бланке тоже что-то сидит, да? Я угадал. Ну, карасей, да. Карасей, без карасей здесь не обойтись. Так. Так. Угу. Значит, на первом бланке у нас, походу, уже что сидит, но мне кажется, еще не подсек. Третий уже есть. Карпик. Наверное, уже подсек. Нет. Странно. Сошел. Козел. Козелочек маленький. Так, что у нас? За 4 минуты 10 хвостов. Я думаю, это будет рекорд. Если живая точка не подосрет, это будет рекорд. Так, ладно, я знаю, что длинные видео вы смотреть не любите, поэтому буду сокращать. Опача. Хороший. Амурчик. Итак, друзья, время к обеду уже. У нас хорошо клюет. Как обычно. Сейчас покажу садочек и продолжу дальше рыбачить. Так, тут все знакомые собрались, а? В чате. Как вы видите, друзья, точка раздает прям хорошо. Значит, друзья, смотрите, 13 минут, 20 хвостов у нас есть уже. Продолжаем клев. Ой, господи, продолжаем рыбалку. Скоро включусь. Итак, друзья, сейчас у нас обед. Как я и говорил, клев немножечко приутих. Можно посмотреть промежуточные результаты. Значит, за 17 минут у нас 27 хвостов. Из них 9 амуров, карась, карась. Больше всего карпов, конечно, выходит. Конечно, бы амуров поприятнее было ловить. Но что есть, то есть. Продолжаем движение. Да, новичкам со слабыми снастями здесь будет тяжело. 12 килограмм карп. Как вы видите, заскучать здесь мне не дают. Продолжаем движение. Значит, друзья, уже дело к вечеру подходит. Скоро мы будем уже перемещаться. Значит, что бы я вам посоветовал бы? Если бы я сейчас бы снимал бы вне видео, то есть если бы я просто фармил бы, не снимая видео, я бы здесь остался бы на ночь.
Почему? Потому что если у вас нет жестких временных рамок, как у меня сейчас, когда я должен по последней рыбе ориентироваться, я бы досидел бы здесь до 10 вечера, пока не перестал бы клев бы, и задел бы еще следующее утро, потому что утром самые жирные амуры идут. Здесь также клюют на смородину и кокос. То есть вы можете наживка. Так, где тут это все? Вот, искусственная кукуруза. Искусственная кукуруза. То есть можете на цитрусы, также на специи я ловил, на кокосовый крем, на смородину, на любую из этих. Также я знаю, что здесь клюет еще иногда на клубнику. Так что можете, ну, экспериментировать. Может, у вас на какую-то приманку лучше будет идти, чем наживку. Банан также здесь иногда идет. Поэтому, если бы мне не уходить бы, я остался бы здесь на утро, чтобы жирных половить. Так, ждем 8 вечера и уходим. Красавчик. Обожаю эту рыбку. Итак, друзья, почти что 9 часов вечера, я предлагаю быстренько телепортироваться на лещевую точку. Значит, пойду я на 42.32. Включусь, когда буду там. Так, все, мы на точке. Моментально достаем вот эту вот штуку. Блин, меняем ракету на 10 порций. Так. Время лишь. Кастер, конопля, конопля, кастер есть, взять в руки. Клипсы, 14 метров. Значит, заброс где-то вон туда. Все, одну ракету кидаем. Достаю. Теперь достаем наши бунисаны. Достаем. И сразу же на 15 клипсы все, забрасываем. Времени нету. Так, раз. Глаз. Трис. Блин, недалеко кинул. Ладно. Значит, буду я ловить на творог с вот таким вот прикормом. Конопляное масло. То есть, короче, крафтовый прикорм, только вместо чеснока конопляное масло. Так, у нас есть первая поклевочка. Это очень хорошо. Так, есть лещ. Отлично. Сейчас мы с вами баблица нарубим немало. Так, есть. Отлично, друзья, полдесятого, и мы уже на точке. Значит, давайте посмотрим промежуточный результат. Значит, мы уже 40 минут ловим. Значит, вот наш улов за день. Друзья, ну как вам? Точка в натуре хорошая. Значит, по карпу получилось вот так вот. По массе. 12,99. Караси золотые. Амур черный. И 12 амуров. Так, у нас есть поклевочка. Надеюсь, эта точка нас не подведет. И я вижу, что она подводить даже не думает. Быстро, быстро, быстро работаем. Нужно рекорд побить. Я хочу 500 монет. Прям очень хочу. Так, друзья, надеюсь, я все показал. Это видео затягивать не будем. Включусь уже часа в 3 утра. Друзья, тем не менее, о господи, что я несу. Тем временем я хочу вам раскрыть еще один секрет по ловле леща. Значит, смотрите, видите, у меня поводок отсутствует.
Видите? Но все остальные, множество из вас, используют вот такие вот поводки. Так, вот, вот такой вот, на 60 сантиметров, 6,8 килограмм. Но большинство из вас используют такие вот поводки. Так вот, смотрите, на точке 51-42 дно здесь глина. Вы можете использовать такие поводки. На точке 41-42-32 вот здесь вот дно ил. И поэтому ваш поводок будет видно. И лещ не будет клевать. Вот это вот все тоже ил. Тут красный поводок совсем не катит. Если вы не хотите заморачиваться и маркерным удилищем прощупывать дно, узнавать, где какое дно, есть специальный сайт, на котором уже давно размечено дно всех водоемов. Если я не забуду, я оставлю его в закрепленном комментарии. Если же забуду, просто напомните мне об этом, чтобы я вам дал. Потому что сайт реально хороший, и поделиться им, ну, это грех. Тот, кто его создавал, должны быть вознаграждены хоть как-нибудь. Может, больше людей туда будет заходить, не знаю. А тем временем у нас хорошо идет лещ, как вы видите. Сейчас вам покажу садочек. Может, не покажу, потому что я не успеваю. Лещ пулеметит. Поэтому, друзья, или используйте поводок под цвет дна, который вы знаете, или используйте поводок флюорокарбоновый. Но желательно из самого дорогого материала. То есть поводковый материал самый дорогой, потонче какой-нибудь, тогда будет хорошо. Так, садок давайте посмотрим. Значит, у нас уже есть 21 хвост. Много мелких. Ну и крупный тоже есть. Ну крупных нет, крупных нету, друзья. Кило 800, это вообще фигня. Ну у нас только 2 часа, может повезет. Продолжаем движение. Так, друзья, скажу свое мнение. Леща было много мелкого. Крупного было мало. Итак, в рамках нашего соревнования 1 час прошел. Мы заканчиваем ловлю. Перемещаемся на базу. Итак, друзья, момент истины. Давайте быстренько еще пробежимся. Значит, сколько у меня получилось леща? 10, 20, 30, 40, 41 хвост. Буквально за 23 минуты. Карп чешуйчатый. Получилось. Сколько-то там получилось? Карась, карась золотой, амур черный и амур белый, который вы уже видели. Итак, друзья, момент истины. Да ё-моё. Опять же 351 монета. Ну, видите, не получилось пятихаточку поднять. Эх, ну, я думаю, все равно результат хороший. Как минимум, я показал, что можно ловить. На 451 монета и 4 карася. Нет, подожди, да, я сфоткаю. Так, F12. И сюда. Нет, подожди, не так. Друзья, извините, но это нужно показать по времени вылова. Вот. Вот так вот. Во. F12. Вот. 450 и 4 карася. На 16 монет, короче, получилось 466, да? 466. Ну да, 470 практически. 470. Друзья, смотрите, еще один лайфхак покажу для самых терпеливых. Значит, если, например, вы на остроге ловили, и вам уже надоело, короче, здесь сидеть, и вы, например, собираетесь куда-нибудь поехать на базы такие вот, подороже,
Я, например, собираюсь на Янтарку поехать. Я нажимаю «Перейти». Вы помните, было 451 монета? Не, ну может кто-то это знает? Лично я так всегда делал. Ловил рыбу, а потом ехал на... То есть забивал садок полный, потом ехал на дорогую базу, там ее продавал полностью садок, и еще часика два ловил где-то здесь. Давайте сравним просто в стоимости рыбы. Посмотрите просто. Так. Нажимаем выбрать все. То есть плюсом 40, 40 монет нам дало. Понимаете? Вот так вот даже можно сделать. По времени вылова. Вот так вот четенько будет. 500 монет мы поимели. Ну, конечно, с небольшой хитростью, но... Так что, друзья, Острог вполне нормально кормит нас. Вот. Все это. Значит, смотрите еще. Я от этого леща собираюсь покоптить. Поэтому, кто хочет копченого лещика, пишите мне, я вам угощу. Все. Ставьте лайки. Давайте еще 50 лайков чабанем. Мне будет приятно. Все. Всем пока.